Можешь вертушку там руками поправить, а? А ну вращайся давай быстрей. Или она мне руки нах... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! У нас проблемы. У нас проблемы! Хьюстон, мы падаем! Хьюстон, ёпта! Всем утюг, с тобой Глюк! Мы с тобой находимся опять в GTA! В VR! И сегодня мы будем выживать в этом странном виртуальном городе. Так, мне немножко нужно вспомнить управление и разобраться, что это за хрень. А, ух ты, это пушка, которая телепортирует. Я немножечко тут обновил кое-какие плагины, все, короче, должно работать по-новому. И у меня сегодня замечательная идея. Мы сегодня с тобой будем гулять по большой высоте. О, кстати, там вертолетик летит. Сбить бы его, ну да ладно, не хочу, чтобы менты сейчас за мной гонялись. От ментов мы поугоняем чуть позже, а пока что нам... знаешь, что я хочу? Я хочу забраться на какую-нибудь высоту. Вот туда вот, например. Вот сюда вот. Так, и знаешь что, и чуть-чуть сейчас вот сюда пройдемся. Так, так. А можно мне наверх как-нибудь вот сюда вот заспауниться? Ага, сейчас. Ну. Мне предложили в комментариях, мне предложил Алекс Батхерт, пройдись, говорит, по высоким местам в GTA-шке. И знаешь, ну, пока что вот эта высота меня совершенно не пугает, вообще нифига не пугает. Выглядит, в принципе, ну, высота второго этажа. Нам нужно с тобой гораздо выше забраться. Что происходит? Ой, это я стреляю, что ли? А! Уберите! Уберите, я не хотел... Я убился. Прекрасно. Это так вдохновляет. Когда я успел снайперку-то выбрать, эй? Я даже не понял. Телепортированием, наверное, не совсем честно туда добираться. Но вон, я хочу на кран, вот наверх. Интересно, получится? Или нет? Опаньки! Все, мы на кране! Мы на кране, приколись. Сейчас мы пройдем чуть-чуть. Так, давай шаг вправо. Ой, не знаю. Не знаю, как там на экране, но меня штырит просто кошмарно. Видимо, потому что очень много объектов тут находится. Офигеть. Блин, ой, ой, нельзя сильно голову поворачивать. Так, как бежать? Можно? Или нельзя бежать? Я хочу сейчас на самый конец стрелы, короче, забраться. Оттуда, наверное, вообще все видно. Хотя, в принципе, отсюда-то видно неплохо. Ну, посмотри. Город весь как на ладони. Воу, тихо-тихо, не ходи туда. Не ходи туда, убьешься нафиг. Вон тачки едут. Вон еще один кран. Воу, блин, голова кружится. То ли от высоты, то ли от глюков. А, ну все, короче, вот так вот типа заканчивается, да, и мы здесь не можем даже на конец стрелы зайти. Ну ладно, тогда мы сейчас вот сюда аккуратненько пройдемся, во. Блин, страшно чуть-чуть, честно-то говоря. Будь это в реале, я бы обосрался, конечно. А так еще куда ни шло. Давай попробуем упасть. У нас же есть с собой парашют, да? Мы должны, по идее, выжить. О, вон самолет летит. И в следующий раз отправимся на какой-нибудь вон из небоскребов прям. Отлично, я не успел раскрыть парашют! Где он был-то? Я же нажимал же, все верно было. Так, давай, уходи отсюда. Теперь это мой машин! Да твою мать! Что происходит? Перевернись! Да это... Как? Как? Почему, когда ты садишься в машину, она такая... Я просто хочу доехать до Мейс Банка и не могу! Все, пошли отсюда, блин, а? Абин, так как... Стой! Стой, машина хороший! Может, грузовик сесть? Надо, слушай, точно, нужно сесть в грузовик. Ой. Простите.
кажется, я случайно сел к вам в машину. По-моему, он удивлен. Типа, мужик, ты что здесь делаешь, да? Смотри, смотри, он куда? Да куда ж ты едешь-то? Мужик, ты что? С тобой все в порядке? Ты здоров? Можно я подойду к тебе и по морде тебе настучу, а? Почему ты смотришь на меня так подозрительно? Тебе что-то не нравится, что я сел в твою тачку? По-моему, он ошарашен. Ладно, хорошо, поехали. Куда ты меня повезешь, а? Куда ты меня повезешь? Давай посмотрим, куда ты меня повезешь. Может, в бардачке у тебя пока... О! Ты мужик! Мужик! Он уехал, он бросил меня. Козлина Столяросова. Да тихо ты... О! Здравствуйте, дамочка. Я что-то не ожидал этого, я вообще-то этого даже и не хотел. Но я сел к ней тоже. О, я могу так быстро садиться в тачке к другим людям, смотри, а? Мужик, давай это, к Мейсбанку, пожалуйста, меня подвези, а? Он меня испугался. Почему, я что такой страшный? Ладно, давай-ка телепортируемся прямо на сиденье. Нет, нельзя? По-моему, это Snoop Dogg. Та-да-да-да-да. Snoop Dogg! Молодой Snoop Dogg какой-то. У него коленки не помещаются. Ты как здесь? Ты же длинный, как шпала. Как ты помещаешься вообще в этой тачке? У тебя коленка в приборную доску уходит. Обосраться. Я тут ни при чем, офицер. Я ничего, это он все курил. Это все Snoop Dogg. Я тут ни при чем. Сейчас с нами погоня будет. Snoop Dogg, жми! Жми, твою мать! Ты что делаешь-то? Скорей! Быстрее давай! Ну что ты пялишься на меня? Едь давай вперед, вон на дорогу смотри, не на меня, смотри, на дорогу смотри. А то я тебе вот эти пахари сейчас настучу. Мужик, ну давай! О, все, короче. Вау! Вау, вау! Snoop Dogg сбила тачка! Snoop Dogg и меня сбила тачка! Всех сбила тачка! Так, быстро садимся, садимся скорее сюда и катим нахрен! Едем! А куда едем-то? Где этот сраный Мейсбанк? Я забыл уже! Вон он! Я вижу его! Я вижу, он вон самый здоровый просто! Он совсем рядом. Сейчас доедем до него. Смотри, мы оторвемся от копов и доедем! Капот, почему я вижу собственный капот? Кажется, что-то пошло не по плану. Ой, тут менты уже. Иди в сраку, иди в сраку, слышь? Ну все, меня убили. Отлично. Мы на верхушке Мейсбанка. И ты знаешь, что ни капельки не страшно. Давай сейчас вот сюда вот спустимся. И наконец стрелы встанем. Так. Потихонечку. А, в смысле? Я сквозь нее провалился? Серьезно? Так можно? Окей, а можно нам вот туда телепортироваться? Нет! Нет! Нет, спасите, я не хочу заходить, не хочу умирать. Вытащите меня, во. Ладно, понятно, короче, туда слезть у нас не получится. Нужно слезать это куда-то, не знаю, на какой-то угол, видимо, тогда. Я хочу вниз посмотреть, вот прям так, чтобы под ногами было вот это все. Вот давай вот, вот сюда. Во-во-во-во! Блин, 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 блин! Хорошо, что я могу телепортироваться, слушай. Это реально страхово. Я тебе скажу. Это реально жутко. Так, ну-ка, давай аккуратненько. Я на четвереньки сейчас стану просто. Так, ну-ка, так. Подошли сюда. Да не проваливайся же ты! Я не хочу падать! Не падай! Не убивайся, не надо! Этого не было в моих планах. Еще на четвереньках я по Мейсбанку не ползал, ей-богу.
Офигенно. Ну ты знаешь, круто. Обосраться как круто. Офигеть. Я такой стою, как будто, знаешь, это оперся руками на эту штуку и выглядываю. Интересно. А получится? У меня вроде как туда комната продолжается, да? Давай-ка мы попробуем туда пройти. Постоять просто на воздухе. Получится у нас или нет? Да, смотри, я стою на воздухе. Я стою на воздухе. Я парящий человек. Нет, нет, стой, подожди. О, мы в здании. Мы внутри здания, мы в безопасности, окей. Знаешь, что я теперь хочу? Я хочу раскрыть парашют и полетать. Честно говоря, забыл уже, как он раскрывается, но сейчас попробуем что-нибудь с этим сделать. Если он вообще у меня есть-то, собственно. А, кстати, его у меня, по-моему, и нету. Жалко. Давай тогда просто упадем. Тихо, подожди. Ну нифига себе, как я быстро упал. Там крыша просто, там крыша прямо под нами есть. А я хочу упасть туда, где Вова, вот сюда вот. Летим, ёпта, нет! Это страшно! Это, твою мать, страшно! Тебе в рожу такая хрень прилетает просто. Дыжи, все. Реально дух захватывает, слушай. Надо взять теперь какой-нибудь вертолёт-самолёт и попытаться полетать на нем. Давай для начала вертолет. На вертолете будет явно проще, да? Смотри, вот он. Не слишком-то уж крутой, но какой нашел, потому что тренер еще неудобный. Но мы должны на нем взлететь. Так. Окей, мы залезли в вертолет. Хорошо. Мы чуть его не взорвали. Это тоже хорошо. Так, теперь давай попробуем подняться. Тихо. Ты что творишь-то? Эй! Твою мать, мы сейчас рванем нахрен. Эй, да стой ты, остановись, пожалуйста. Все, тихо, все. Все хорошо. Все, поднимаемся. Мы живы, чувак, мы живы. Ты представляешь? Мы в вертолете над Лос-Сантосом в виртуальной реальности. Гребаный йод, а? Немножечко ниже, чем я думал. Ну ладно, это не так страшно. Так, поднимайся! Вертушка глохнет. А как управлять вперед-назад? То есть я вверх-вниз могу, окей. А вперед-назад я не знаю как. Ну смотри, мы вон. В воздухе над землей. Можешь вертушку там руками поправить, а? А ну вращайся давай быстрей. Или она мне руки нах... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! У нас проблемы! Хьюстон, мы падаем! Хьюстон, ёпта! Заводись, дура! Я не хочу умирать! Блин, земля уже близко, совсем не разбиться бы! Так, тихо, снижаемся! Снижаемся, твою мать! Во, вот здесь безопасная площадка, хорошо! Хорошо, стой! Стой! Да, мы выжили! Прикинь, мы даже не разбились. Охренеть. Ну окей, первый полет на вертушке у нас удался, я бы сказал. Потому что с этим управлением очень сложно это делать. Я научился только подниматься и поворачиваться в воздух, а как вперед-назад, пока что не ясно, нужно посмотреть. Не знаю, может быть, переназначить клавиши или взять себе геймпад в руки. Кстати, тоже вариант хороший. Так, вылазь давай отсюда. Мне здесь не нравится, оно уже не может ездить, так что... Охрененно, слушай, на вертолете взяли, полетали в VR. Ладно, дружище, на этом мы будем заканчивать пока что нашу серию по GTA VR. Если тебе понравилось, ставь обязательно лайк и рассказывай об этом ролике своим друзьям. Чем больше будет просмотров, тем больше будет серий в GTA VR. Да. С тобой был Глюк, бобра тебе!